В Белом доме сообщили подробности телефонного разговора президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главной целью их полуторачасовой беседы стало информирование Зеленского о деталях состоявшегося ранее телемоста Байдена и президента Путина, также главным образом посвященного ситуации на Украине. Ее Россия и США оценивают диаметрально противоположно. Должен сказать и о русофобии, как первому шагу к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает этот геноцид, о котором вы сказали. Переговоры президентов трех стран идут на фоне информации о якобы готовящемся военном вторжении России на Украину. Факт, который в Москве отрицают. Что ж, русские известны своими риторическими эскалациями. Известны они и способами распространения дезинформации по миру. Думаю, мы должны с долей скепсиса воспринимать их работу по информированию собственного населения. Мы знаем, что сегодня агрессия на стороне России и наращивание военной активности тоже на ее стороне. Сообщается, что в телефонном разговоре с Зеленским Джо Байден подтвердил непоколебимую приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, уточнив, что поддерживает нормандский формат урегулирования в Донбассе.